Всем привет, ребята, с вами я, Маша Дарк. И сегодня для вас я буду снимать новую серию своего сериала «Капризная девочка». Но перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк, ведь вам не сложно, но мне приятно. А мы начинаем. Всем приятного просмотра. Пойдем, моя хорошая. Будем смотреть на этих лохов. А, блин. Так, ну по моим расчетам сегодня должна выиграть эта красавица. Какая? Наша Кли? Господи, при чем тут твоя Кли? Вон та. Как ее там, Золушка зовут? Да-да, рассказывай больше. Вы кем-то приходитесь? Я прихожу с тренером Кли. А, это лохушки. Вам-то что? Вы на другие? Да, мы чуть попозже. Угу. Пойдем, сыночек. Скоро начнется соревнование. Я уверена, что выиграет наша красавица Гроза. Нельзя такое пропустить. Скоро соревнование. Так, долой пошли на соревы. Итак, я сегодня буду проводить это соревнование. Так как у меня моя трехкратная чемпионка... А моя лошадка сейчас не участвует. Она отдыхает. У нее заслуженный отпуск. Навсегда. Сейчас я расставлю все препятствия. И каждая лошадь по очереди будет проходить. Кто быстрее, кто ловче. Вот так вот каждая лошадка будет проходить. И кто выше прыгнет, тот и выиграл. Ой, ну здесь точно наша выиграет. Итак, первая лошадка Гроза. Смотрите и учитесь, ложки. Итак, сначала ты пройдешь одну. Давай. Да это легкотня. Ну давай, теперь две. Ну и... Хорошо, три. А если четыре? Четыре? Мы такое не проходили. Давай, Гроза. Пять. А... Что ты встала, Гроза? Ну, давай же. Гроза. Понятно. Твоя Гроза не смогла перепрыгнуть. Итак, у Грозы пять перепрыгиваний. Пять, ну, в общем-то. Гроза, ты меня сегодня очень подвела. Вторая будет Золушка. Итак, давай одну перепрыгнем. Угу. Две перепрыгнешь? Конечно. А три? Молодчинка. А если... Пять. Пять до легкотня. Угу. А если шесть? А если семь? Золушка, ну что ты встала? Золушка! Понятно. У Золушки семь. Ну, я уверен. Это Клис со своим-то ростом даже одну не перепрыгнет. Плюсую. Так. Теперь маленькая лохушка Кли. Одну. Осилила. А две? А три осилишь? Я уверена, что она не осилит. А давай сразу шесть. Кли, мы не такое проходили. Что? А если... А если восемь? Давай. Оп. Вау! Ну и давай девять.
Да мы до 10 можем. 10? Ну, ладно. Давай! Уй! Да, я, конечно, не ожидала такого. Итак, пройдемте на... Никто не знает, кто выиграл пока что. Ну, кроме наших зрителей. Сейчас мы объявим. Итак, третье место получает гроза. Что? Да как такое вообще возможно? Итак, сейчас я вручу вам кубок. Держите. Итак, второе место. Кли, готовься. Второе место, Золушка. Что? Сейчас мы вручим вам кубок. И первое место у нас занимает Лохушка Кли. Девочка, девочка, ты куда пошла вообще? Ты что, обалдела? Кли, моя Кли, любименькая! Поздравляем! Следующее соревнование на самую быструю лошадку. Моя Золушка победит в этом соревновании. Золушка, ну ты как вообще так могла? Сколько ты хотя бы перепрыгнул? 10. 10? Немного ли? Нет, в самый раз. Кто из вас будет участвовать на самую быструю? Видишь? Самая быстрая. Кто у вас? Так. Да быстрее, блин. Так, вы две лошади. Давайте. Готовиться надо. Что у вас? Две лошади претендуют? Это нечестно. Все честно. Так, все, Кли, ты умничка, можешь отдыхать. Так, господи. Пойдем смотреть, как наши будут побеждать. Да, пошли. Я уверена, что наша косынка или наша грива точно победит. Итак, следующие соревнования у нас на самую быструю лошадь. Кстати, свои медальки, кто займет первое место, ну, уже заняли за самую ловкую. Вот. Кто победит в этом соревновании, тот должен пойти на конюшни. Ну, это их площадь, поэтому надо получить медальку у них и кубок. Вот. Поэтому, а сейчас мы будем проверять на самую быструю. Сейчас я расставлю всякие разные препятствия. И лошади должны на время их перепрыгнуть. Все понятно. Кто быстрее справится, тот и займет первое место. Итак, первая у нас будет играть косынка. Косынка, не подведи. Итак, на счет 1, 2, 3 мы начинаем. На старт. Внимание, марш. Ну и что ты не начинаешь? Так вы же сказали на 1, 2, 3. А, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14,5 секунд. Да, надо пробежать 3 круга. Косынка молодец. 14,5 секунд. Косынка может пока отдохнуть. Следующая будет претендовать гроза.
А гроза, ну это же должна выиграть, потому что, ну, имя должно, конечно. На счет на старт, внимание, марш, на марш побежишь. На старт, внимание, марш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15 и 8. Самое главное, чтобы тебя опередили. Ах да, кто займет самое маленькое время, тот не займет ничего, даже никакого утешительного приза. Так, следующая у нас Грива, самая маленькая лошадка на этом соревновании. Так, значит, раз, два, три, побежишь. Хорошо. Раз, два, три. А раз, а два, а три, а четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11, 8. Молодец. Умница. Самое главное, чтобы вас Золушка сейчас опередила. Итак, ну последняя у нас Золушка. Давай. На счет. Раз, два, три. А раз, два, три. А раз, а два, три, четыре. Золушка, чего стоишь? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну чего? 11, 12, 13, 14. Ну что встало? 14, 15, 16, 16 и 2. Итак, первое место. Пойдемте все лошади, конюхи наши. Пройдемте. Золушка, можно идти? В смысле, я пойду? Ну вы что? Тут я первое место. Ага. Это не на самую медленную лошадь. Итак, первое... Ой, третье место у нас. Грива. Да-да-да-да-да-да-да. Ой, гроза. Что? Второе место. Косыночка. Готовься ничего не получить. Так, и первое место у нас. Золугрива. Что? Я знала, я знала. Я даже перепрыгнуть могу. Пойдем, моя грива, получать. Так у тебя шкли, да? Пофиг, пойдемте получать приз от нашего директора. Да чтоб вас! Следующее соревнование я точно выиграю. Следующее соревнование у нас на самую ловкую лошадку. Те, кто занял первое место, не участвуют. То есть Кли не участвует. В номинации на самую ловкую лошадку. Она будет через 2 недели. Можете подготовиться пока что. Всем удачи. Кли, ты умничка. Грива вообще зайчик. Эмма, и куда мы приехали? Мы обещали, те, кто займет первое место, мы будем выбирать им... разные новые украшения. А так как у нас многие, ну, у нас 3 лошади заняли, 2 лошади первая и 1 вторая, так что им можно до всего, что они докоснутся, и это будет, мы купим. Здравствуйте, сейчас у вас будет большая закупочка. Еду не протащили? Нет, еду не протащили. Мы только соревнований. Какая еда? Славно, хорошо. Для лошадей приехали выбирать. Ну, пускай, выбирайте. А, нет, лошади будут выбирать. Лошади выбирать вы в своем уме? Ну, точнее, их хозяева. А они для них выбирают все самое лучшее, потому что они знают, что подойдет им.
Так, можно сначала я для своей Кли выберу? Ну, Кли у меня красотка, поэтому... Кли, подойди сюда. Так, ну, подержите, пожалуйста. Я померю, хорошо? Сейчас он, типа, будет все мерить. Так, я выбрала. Вот. Хорошо. Пойдем. А у вас пакетик найдется? У нас только коробки. Хорошо. Так, все. Ладно. Так. Все, я выбрал. Ба, пойдем посмотрим что-нибудь. Тут все для лошадей. Нет, здесь не все для лошадей. Смотри, здесь сколько одежды. Смотри, ба. Хочу! Хочу вот это. Внуч, давай вот это. Ну, ба, ну я не хочу, оно скучное. Хорошо, вот это возьмем. Все. Все, я довольна, пойдем. Так, у меня косынка очень красивая, и ей подойдет что-нибудь, ну, вот из серии таких. Да, кстати, я тоже с этим полностью согласен. Так. Ну, что-нибудь для таких, типа, боевичков. Так. И где? Не, а, понятно. Либо это, либо это. Понял. Так, не, это какое-то страшное слишком. Это тоже. Ну, косыночка у меня же. Так, вот это. Ну, тоже нет. Может, что-то проколоть. А это с этим, да? Делается. Или с этим? С этим. Так, наверное, я возьму вот это. А, ну вот так, да? Угу. Все, я беру вот это. Замечательный выбор, вам скажу я. Я знаю. Так. Давай. Так, давайте, это все-таки моя пряжка, я ее купила. Но у меня она маленькая, мне кажется, ей подойдет вот это прекрасно. Иди сюда. Так. Подожди, 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 что ты купил? Ну, вот это. У нас такая есть, зачем ты это покупал? А, ой. Значит, я куплю. Подожди, иди сюда, Кли. Да, вот это, оно прекрасно подойдет. Так. Замечательный выбор. Все. Так, красненько, ну, прекрасно подойдет. Вот. Так, а это, наверное, вот так вот. Или лучше вот это. Да, все, прекрасно, я выбрал. Ага, прекрасный выбор. Все, надеюсь, вы больше меня не будете доканывать. А вы должны быть, мне кажется, наоборот, рады, что к вам наконец-то пришли. Я думаю, у вас не так уж и часто сюда заходят. Не, ну почему здесь постоянно закупается чемпионка Золушка, да, которая заняла у нас никакое место в самой номинации «Быстрая лошадка». Что? Ням-ням-ням.
А где еще один? Не знаем. Вот он. До свидания. Ну что, какое место, чемпионы, надеюсь? О, вы купили новое, значит, у нас есть первое место, да? Да. У нас Грива и Кли выиграли. Грива в номинации «Самая быстрая» и Кли «Самая ловкая». А Косынка? Косынка в номинации «Самая быстрая» второе место. Мумнички. Пойдемте, Кли и Грива. Вы купили, да, что обещали? Конечно. Пойдемте, Грива и Кли, пойдемте. Так, Гривушка, это тебе. Кли. Так, а какая там на самую ловкую? Так, господи, какая? Вот это. Все, я вас поздравляю, муа, мои вы лошадки. Косыночка! Ты что, собакой стала? Косыночка, от тебя я вручаю вот такой кубочек. Ты у меня тоже самая хорошая, самая быстрая, умничка. Ну и вот на этом я хочу закончить свою серию. Я надеюсь, она получилась не скучная. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новые крутые серии. Всем до новых встреч, всем пока. Пока.